Так он выглядит, злачный красный квартал фонарей. Но чем это место интересно? Смотрите, вот за моей спиной находится офис Путан. То есть девочка, приходя сюда, должна показать анализы, что с ней все в порядке, и должна зарегистрироваться в этом офисе. Дальше она заходит вот в это помещение, и стоимость посещения, дай бог памяти, в районе 70 евро. Не более 10 клиентов, итого 700 евро, это закон. Вот, ровно 50 уходит на налоги и оплату помещения, вторая половина это уходит ей как зарплата, но с этой части у нее идет пенсионные отчисления и в профсоюз. Профсоюз защищает ее права. Вот так эта штука работает. Но интереснее другое всего. Интереснее всего то, что здесь модель работы, она происходит следующим образом. Дело в том, что в этих помещениях не стоят местные граждане. Для понимания, это придумали идеальную схему, когда вот здесь стоят, например, жители Румынии, а услугами их пользуются, например, жители Лондона, Англии. А налоги и денежные средства остаются здесь. Это просто гениальная схема. Как эту гениальную схему провернуть? Очень просто. Смотрите, мы говорим, что разницу получит не государство, а нашим пенсионерам. И выдвигаем этот вопрос на референдум. И все пенсионеры проголосуют за. Идеальная модель, которая работает веками. Но секс-туризм, он притягивает ведь много туристов, и от этого развиваются дополнительные отели, кафе, рестораны. Ну, в целом страна. Вот такая незатейливая, интересная схема.